Доброго времени суток. Идеально чистая кухня – мечта любой хозяйки. Каждая женщина не отказалась бы от волшебной палочки, которая по одному взмаху наводила бы порядок. Но такое бывает только в сказках. А нам с вами остается запасаться хитростями, которые позволят тратить минимум времени и получать от затраченных усилий максимум пользы. Сегодня мы расскажем о необычном лайфхаке, который заставит вашу металлическую раковину буквально сиять. Конечно, для этого есть специальные чистящие средства, но они могут в любой момент закончиться, и у некоторых на них аллергия. Все, что вам понадобится для сияющей мойки, это обычная хлебопекарная мука, которая есть чуть ли не в каждом доме. Подойдет даже самый дешевый сорт. Что нужно сделать? Вымойте раковину губкой с мыльным раствором. Подойдет обычное средство для мытья посуды. Тщательно высушите раковину тряпкой или бумажным полотенцем. Не игнорируйте этот шаг, поскольку даже оставшаяся капля воды испортит всю процедуру. Посыпьте раковину слоем муки. Салфеткой или бумажным полотенцем натрите раковину так, словно вы покрываете воском ваш автомобиль. Удалите остатки муки. Вы удивитесь, насколько засияет ваша раковина. Честно говоря, мы не знаем, какими еще средствами можно добиться подобного эффекта. Раковина чистая, теперь можно уделить время родным и близким. Спасибо за просмотр. Всем пока.